Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Xiaomi Pad 6. И сейчас я вам покажу, как изменить разрешение съемки видео на этом планшете. Итак, открываем приложение «Камера». Переходим в раздел «Видео». И здесь, в правом углу, мы можем, нажав на цифры, изменить разрешение съемки видео. Например, можем переключить на 4К, 720, 1080 и также можем изменить частоту кадров 60 либо 30. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!